Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики спортканала. Сегодня мы поговорим о невероятной спортсменке Анастасии Станиславовне Янковой. Анастасия Янкова – чемпионка России по тайскому боксу. Ее называют самой красивой спортсменкой ММА. Несмотря на внешнюю хрупкость, сегодня она одна из самых прославленных россиянок, занимающихся боевыми искусствами. Анастасия родилась в Москве 1 марта 1991 года. В 7 лет она отправилась в секцию кёкюсинкай карате и увлеченно занималась им до окончания 9 класса. На борьбу девочка пришла, чтобы защитить тех, кто не мог сам за себя постоять. Она является обладательницей КМС по тайскому боксу, победитель первенства ЦФО России киокушинкай карате, призер открытого первенства города Москвы по киокушинкай карате, чемпионка России по тайскому боксу, обладательница Кубка России по тайскому боксу, обладательница Кубка консульства Королевства Таиланд. Приятного вам просмотра и жду ваших комментариев.